Итак, привет, друзья! Вот до конца доделал свою гусеничную приставку к мотоциклу. На базе гусениц стала на 38-го. Подвеска получилась с одним рычагом и с двумя амортизаторами. И боковины тут уже не 14 мм, а 5 мм из АМГ 6-го. По сумме вышла она мне 110 тысяч. И 12-13 дней, грубо говоря, по 10 часов я с ней занимался, делал ее. Ну и за январь по выходным я успел ее собрать. Ну вот как-то так. Сейчас будем снимать видео, как что она едет. Кстати, по пухляку она едет так же, как по укатанке, на пятой передаче, с полностью выкрученным газом, с такой же скоростью. Парни, в общем, вот такая горка, где-то 1,5 метра. Сейчас будем ее штурмовать. И тут, получается, у нас снега намело. Сейчас посмотрим, сколько снега тут. Получается, по колено снега. Ну, посмотрим сейчас, что получится. Так, ребят, вот видим, как он в 2,5-метровую горку заходит. Копает, ну, поднимается. То есть Талан 38 делает свое дело. Хороший очень гусениц, всем советую. Ну, конечно, если есть деньги на более дорогую 66-й Талан, то, конечно, можно и 66-й Талан купить, но это уже, наверное, мотоциклы от 450 кубиков. На 250-ку, я думаю, это очень серьезная гусеница будет. Не будет реализовываться весь потенциал. Thank you.
давайте расскажу вам немного о креплении лыжи. Крепление сварено из профиля 80 на 20, не, на 40, 80 на 40 получается у нас. Тут такие уголки и получается буфер. У меня не оригинальный, а буфер это от Жигулей, Шахи, получается гаситель амортизатора там какой-то. Стоит по 80 рублей. Получается вот он у меня вот так прикреплен. Ну и соответственно, сейчас покажу, что еще сделал. Уголок получается 20, 20 на 20 у нас идет по краям накладки, потому что на оригинальной накладке очень в повороты скользко заходить. Я, наверное, как установил ее, раз 10, наверное, сразу упал. Так что советую всем установить уголки по бокам. Обычный уголок крепится просто на клепке. Ну, в общем, как-то так. Так, итак, ребят, еще самое главное хочу вам сказать по поводу гусеницы. Для тех, кто захочет делать себе такой комплект, минимум, если вот от 250-ки брать и выше, даже если в счет брать питбайки, гусеница должна быть минимум 330 миллиметров, получается, шириной, зацепом 38-й, меньше гусеницы, это уже полное говно. Либо брать шире гусеницу 380-й, но минимум должен быть зацеп, как на предыдущей моей, 1,6. Вот это вот самые такие, да, для вот Москвы, Московской области гусеницы проходимые. А все что остальное, скажу вам так, где снега еще больше, там, блядь, по пояс, то меньше гусениц не стоит брать. Вот есть, да, знаю, ребята продают гусеницы там, блядь, но это просто, блядь, просто говно. Они ездят, разгоняются, получается, по укатанной дороге и в сугробе. Говорят, блядь, что вот у нас она едет. Да нихера она, блядь, не едет. С места она, блядь, тронется, она зароется и все. Это я вам говорю на своем опыте, потому что я уже делал гусеницу, получается, на базе муравья, там ширина была 220, а зацеп там был 1,6. Ну, в таком снегу, вот как сейчас же, я уже не ездил, он, блядь, просто стоял у меня, ждал весны. Минимум гусеница должна быть 330, и как тут ни крути, с зацепом 3,8 и выше, либо, получается, 380 с зацепом 1,6. Так, ну, в общем, как-то так. Ну, и еще, наверное, следующее видео засниму полностью все, сколько оно у меня обошлось по запчастям, какие запчасти покупать. Постараюсь вам все артикулы видео предоставить, чтобы для того, кто захочет сам себе сделать такой комплект. Ну, в общем, как-то так. Честно скажу, тут ничего сложного нету. И желательно, мой совет, такой комплект делать летом. Зимой это очень, конечно, геморно. Но если есть теплый гараж, теплое помещение, то, конечно, да. Можно и зимой делать. И самое главное, иметь хорошего токаря. Без токаря тут никуда. Ну, в общем, как-то так.